Я учил людей, и если кто-то хотел учиться, то он учился. А если какой-то кретин пришел в институт только для того, чтобы не идти в армию, то я в этом не виноват. Это жертва системы. Нет, не системы. Чего он там хотел-то? Это не моя вина. Не я виноват, что сейчас студент-профнепригодник. Так. Я учил людей. И тот, кто хотел учиться, тот учился. А если какой-нибудь кретин пошел в институт, чтобы не идти в армию, то это... Что он там хоть в армии-то? То как, извините, не моя вина, Шел бы Господи. в армию, да? Чуть-чуть вы опять теряете, опять вы переходите на скороговорку. Все-таки говорите внятно, размеренно, напористо. Поехали. Не я виноват, что часто студент профнепригоден, его нельзя научить. Это плохое полено, из которого не сделать буратино. Сейчас про ваши любимые взятки и откаты. Да? Да, не я выстраивал систему взяток и откатов. А-а-а. Это все аргументы, напираем, увеличиваем. Не я выстраивал систему взяток Нет, и откатов. Паузу дайте, посмотрите на него, мне кажется. Вот с этого все время брать. Поехали. Не я устраивал систему взяток и откатов. Что он еще не... Что еще я не делал? Не я уничтожил... Так, в общем, не я устраивал систему взяток, не я уничтожил уважение. Каждый дурак, вскарабкавшись на какую-то должность, первым делом бежит покупать диссертацию. Вот. Не я устраивал систему взяток и откатов. Не я... Что же я не я сделал-то? В конце концов, вот, не я. Ага. Не я выстраивал систему взяток и откатов. В конце концов, не я уничтожил уважение к людям труда. Не я, заставляя каждого дурака, который занимает большую должность, бежать и покупать диплом доктора наук или кандидата. Не я выстраивал систему взяток и откатов. Не я... Что я не делал-то? А, не я уничтожил. В конце концов... Вот это уважение к людям труда, это вообще лишнее. Началось редактор. Ну ладно. Если я что-то не могу выучить, это лучше отредактировать. Так бы вам физику сдавали. Не, знаете, Борис Сергеевич, вот это ядерное, это лишнее. Так они и сдают. Давайте закончим. А так они и сдают. Название учебника. Так они и сдают. Он отличный. Так они и сдают. Ну так не берите дурацкого примера с них, поехали. А что же не брать-то? Я же оценки ставлю. По физике-то у меня все отличники.